Добрый день или вечер, друзья. Сегодня я вам хочу рассказать самое глупое, наверное, решение в политике Bosch. Пусть Bosch на меня не обижается, но такое придумать это было капец. Вот у нас есть стиральная машинка, у которой не работает инвертор. Вот плата инвертора. А вот я вам сразу покажу. Сейчас, подождите, резкость наведу. Видите, вот влага, вот окись сгоревшая. Как это получилось? А вот как получилось. Вот наш шланг. Вот груз, вот дефективное литье. Когда машинка била, сейчас вам покажу. Сейчас, вот по резкости лучше сделаю. Вот, в этом месте шланг протерся, видите, мокрая. И вода при сливе, вода вытекала вот из этой дырки. Смотрите, видите, палец мокрый, вот он, мокрый. И плата прямо падала на плату инвертора, которая у нас стоит вот так вот. Вертикально, вон там вот внизу. Естественно, попадала на разъемы, и тут что-то коротнуло. А учитывая, что у нас как раз вот эта вот инверторная часть, которая отвечает за бесщеточный двигатель, тут щеток нет, и релюх нет, то, естественно, тут что-то гапнулось. То есть машинка включается, сливает, заливает воду, включается нагрев, но не работает инвертор. Это самая дорогая ее часть. Что здесь сгорело, буду смотреть потом. Потому что так, честно говоря, сложно сказать, но вода... Сейчас, подождите, резко сделаю получше. Вон, смотрите, вода везде. Везде на плате вода. Вода, окись, что-то сгоревшее есть. Так что будем смотреть, чтобы ее починить. Есть у вас такая машинка. Вот она у нас, это что у нас? Vario Perfect 4 серия. То будьте осторожны и рекомендую в этом месте либо поставить себе прокладочку, либо замотать изолентой, чтобы у вас такого же глюка еще раз не было. Вот так. Все, спасибо, всего хорошего, счастливо.